Здравствуйте, друзья! Вы на канале в гостях у Елены. Сегодня мы будем готовить шампиньоны, фаршированные сметанно-чесночным соусом. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для этого нам понадобится 16 шампиньонов, 5 столовых ложек сметаны, 20% я беру, 5 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка соли, и один ломтик сыра плавленного. Я его разрезала на 16 частей. Очищаем шампиньоны от ножек, от верхнего слоя кожи. Таким вот образом делаем соус. Чеснок пускаем через пресс. Тщательно размешиваем. И дальше продолжаем очищать шампиньоны, пока настаивается. Шампиньоны я уже почистила. Теперь будем чайной ложечкой этот вот соус накладывать. Шампиньоны желательно побольше, потому что вот у меня маленькие, не очень удобно. Побольше, конечно, побольше соуса войдет. Нет, даже много. И вот так вот сверху сырочек. Так, я со всеми шампиньонами это все проделала. Смазываем форму подсолнечным маслом и отправляем в духовку, разогретую до 250 градусов. Вот такие у нас получились шампиньончики, очень вкусные, сочные внутри. Выпекала их 35 минут при температуре 250 градусов. Кому понравилось, готовьте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.
нажимайте на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока.